Всем здравствуйте! Это мой второй дубль, потому что первый я снимала вертикально. Я забыла, что надо снимать горизонтально. Меня поубила Лина. Мы подавали заявку на уфимский фестиваль Никос, пришли из Ла-Ла-Ла. И, соответственно, сейчас будем уезжать, как и в прошлый раз, с ночевкой. Я уже собрана, я жду девочек, которые поедут со мной. Вот. Утром я ничего не смогла сесть, потому что я очень сильно торопилась. Мне надо было собирать полностью все вещи. Вот. Обзор. Первый. Вот. Которому очень плохо, и он очень тяжелый. И мой шопер. Ему тоже очень... Ага, током бьются. Вот еще еда будет. Здравствуйте. Всем доброе утро. Это была самая тяжелая ночь в моей жизни. Я не могла уснуть. Я просто хочу спать. У меня уже мозги, они не работают. Я проснулась, но они не работают. Я собралась. Да, рюкзак, там основные вещи. Ноутбук с костюмом. Господи, дай бог бы я ничего не забыла. Добрый день, мои дорогие друзья, зрители, не зрители, как говорится. Welcome back or welcome to my channel. Чтобы вы понимали, я спала так плохо. Нет, уснула хорошо, проснулась за час до будильника. Меня разбудили, спасибо большое. И вот в тот момент у меня организм начал кидать приколы в виде тошноты, скручивания в животе, поэтому я сбегала в туалет один раз, захотела второй раз, думаю, ё-моё, ну все, это конец. Поэтому я сейчас буду умываться, у меня даже особо нет времени на подготовку, я вот видео записываю. Все, ребята, честно, знаете, у меня пульс 1000 ударов в секунду, в минуту. Всем доброе утро. У меня телефон почему-то зарядился только до 44%. Короче, я думала, что я встану с 4-го будильника, но я встала с 1-го. И вот почему у меня зарядка не работает. Ай. Время сейчас. Без 15:07 утра. Мы с Катей... Я не знаю, Катя встала еще или нет. Но я встала, сходила в душ. Вот сейчас буду сушить голову. Мы с Катей выезжаем самыми первыми. Ну, потому что мы на маршрутке. Вот. И поэтому сейчас собираемся. Мне нужно вы поняли. Высушить волосы, накраситься, одеться и выйти. У нас маршрутка в 8:30 утра. Возможно, мы приедем самыми первыми. Как такое может быть, что тебя забыть? Я не могу! Мы приехали к Оле. К Оле. Мы первые доехали до Уфы. Время 10:02. Я сейчас обоссусь. Все, короче, ребята, обзор на комнаты. Хай. Мы с Камилой в нашу ночь здесь лайк. Лина, заправь мне одеяло. Всем привет, всем привет. Это ЕСМ. Ты что делаешь? Управляюсь, Лёп. Всю ночь я буду чувствовать вот это, да? Смотрите, как Катя смешно лежит. Как тебе удобно? Я шторку сломала. И что? 0.5x. Мы вот заселились. Ну, почти все. Милена, покажи себя. Показывайся, я уже сходила в туалет. Да, оценили мы туалет и кухню. Там поставили просто охрененный телевизор. Поэтому... Всем большой привет, друзья. Мы едем кушать очень вкусно. Я надеюсь, мы не траванемся. Я очень надеюсь.
Жесть. Друзья, дорогие подписчики, пожалуйста, скажите, я похожа на мамонтенка? Да. Меня булит в моей команде и называют меня мамонтенка. Да. Мы идем на остановку, чтобы поехать в Шоу-Скалуху. В центр города. В самый пик. Мороз и солнце, день чудесный. День чудесный. Еще ты дремлешь вдруг приветствую. Давай, красавица, проси. Открой сопутный ветер взоры навстречу северной Авроры, звездой севера я не сижу. Ребята, сидим в кафешке. А, да, кстати, официально поздравляем нас. Мы прибыли в Омма. Ну, с нами Мэйшу. У меня половина сыра просто вытекла. Ладно. Мы покушали. Мы на арт-квадрате. Ты чё? Ты Лиза и Мэйшу? Охренеть! Это Аня и Соу. Стрейкиз? Да. Там есть такая часть? Нет. Ну вот это она. Ой, пожалуйста, не вставляйте. Это экстрим полный, эти дуры, вот это. Просто побежали по проезжей части, но я побежала с ними. Эу! Что? Every breath you take. Every move. Спасибо. Ем красный бархат. Это будет двойной красный бархат у тебя на башке. Короче, мы решили не ждать нужную маршрутку возле планеты. Мы решили пойти до далекой остановки. Вот там девочки идут. И это было все ради того, чтобы мы не ехали с пересадкой. Нас высадили в какой-то... Чего, Китя? А все коты собрались. Вон. А это нас не видно. Но видно потолок. Нет, наоборот, так сделай. Если что, в этой комнате, короче, сейчас находится я, Юля, Крис. Эмми. Вон спряталась. Это, наверное, позже как-то... Да, Камила, Катя и Джуни. Сидим, обсуждаем ошибочки. На. Заночь-то феста. Ребята, вторая комната ложится спать потихоньку, полегоньку. Поэтому всем сладких снов. Все пожелали спокойной ночи, ребята. Спокойной ночи. Увидимся через секунду, ребята. Телефон уронила. Вот там мы кушаем утром. Собираемся на фестиваль. Покажи меня. Все, у меня шило в жопе, ребята. Мы собрались, скоро поедем. Вот они фоткаются, стоят. Вот они. Привет, я Камила. Да. Я Камила. Камила. Русские приготовления. А вот этот Soul Team, кстати, встретили ребята. Привет. Камила, как дела? Все хорошо, братишка. Ой, стойте. Мне Марина косички сделала. Так мило. Готов. В коробке. Тебе что-то делал? Вот, та коробка лежит, видишь? Так, ребята, мы сидим в зале уже. Вот такой зал огромный. Вот такая сцена огромная.
Это очень страшно. Мы еще сейчас в этом... Мы еще в гримерке. Вот. А мы сейчас будем их фонтан снимать. На сцену, все уже собираемся танцевать, и ну нет песни, короче, мы стоим, короче, публику развлекаем, что-то там делаем, и нам говорят, что нашу песню просто не нашли. Мы ждем, пока скачают нашу песню. Сейчас был мини-рандом, так немножечко, и сейчас девочки будут выступать. Ребята, я сижу в ТикТоке, я так люблю Хёнджина, он достал. Он такой хороший. Вот эти видосы с Версачи, вот с показом, вот он просто меня одолели, они все в ТикТоке. Надеюсь, это ставят ребята выступили и со своей, и с... Друзья, влог! Мы идем обратно в зал. Смотреть на выступления чужие, другие. А еще на нас подписалась очень классная команда. И ну я сказала... Я им сказала, ребята, можете на нас подписаться? Они подписались. Которые факт-чек тут. Интервью дали, друзья. Интервью дали уже. Всем привет. Я очень устала. И я немножко лоханулась, но это ничего страшного. Джонни выиграл какую-то штуку. Какую-то штуку, прикиньте. Все, моя удача закончилась. О! Вы слышали? Что творят, ребята, что творят? Итак, ребята, награждение сейчас будет, Сарго. Награждение! Ваши ощущения? Это охренеть. Я вот сидела вот таким мином, с мыслями о том, что займет какой-нибудь... Ой. Короче, иди займут. Или фэкчек. На месте? Или фэкчек, но... Отзыв сейчас будет. Ты что, если... Не ожидала вообще, честно. Ну просто не ожидала. У меня были какие-то свои другие планы. Я тоже сначала, я вообще сначала не вдупила, что происходит. Я сначала за Мишу радовалась, потом я увидела, да. Что Юля вот так вот, просто вот так вот себя ведет. Я думаю, что происходит, мы сейчас на стали. Вот они справа налево. Первое место! Первое место, ребята! Мы едем домой, ребята. Точно. Наконец-то. Мы едем домой.